Я многократно говорил, Россия сейчас не с нами. Это отдельная тема для разговора, мы можем долго говорить, но она не с нами, она с Азербайджаном. Она еще больше сейчас после поражения в Херсоне зависит от Азербайджана и Турции, в особенности от Турции. Поэтому что скажет, попросит Турция Азербайджан, она выполнит. А они что просят? Окончательно решить карабахский вопрос. Они меня не просят. Требуют. Совершенно верно. Уже требуют. Жизнь как пошла, что Россия не поддерживала нас, и не поддержала, и мы имели серьезные территориальные потери. Сейчас громадную цифру, там 120 или 140 квадратных километров потерь. Только после этого, после 13 сентября, после последней агрессии, наши опомнились и пошли, обратились в Совет Безопасности ООН. Я завершаю. Что это означает? Что вот сейчас не обманитесь очередными обещаниями России. Россия действительно в тяжелом положении.